Еще в XIX веке реформы императора Александра II положили начало становлению местного самоуправления в дореволюционной России. Но в 2012-м указом президента страны Владимира Путина в календаре праздников появилась новая дата – День местного самоуправления. Отмечают его 21 апреля. Сегодня в Театре оперы и балета прошло торжественное собрание, приуроченное к этой дате. Местные проблемы должны решаться на местном уровне. Пожалуй, это выражение в современной России можно сделать девизом региональной политики. Федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации приняли в 2003 году. Среди шести регионов Приволжского федерального округа наша республика первая начала реализовывать его в полном объеме. Сейчас в Чувашии 317 муниципальных образований и более 4000 местных депутатов. Мы говорили и констатируем, наша главная цель – это повышение качества жизни, улучшение самочувствия наших граждан. Органы местного самоуправления несут основное бремя ответственности за социальное самочувствие и за развитие своих территорий, потому что ближе всех органов власти находятся к нашим гражданам. Населенных пунктов много, и проблем, в том числе схожих, тоже хватает. К примеру, недостаток врачей в населенных пунктах, сложности с оформлением земельных участков. Однако положительных результатов все же больше, отмечают специалисты. Так Леонид Черкесов стал самым открытым главой муниципального образования среди городских округов. А городу Чебоксары в 2012 году присудили второе место в конкурсе «Самое благоустроенное поселение России». Достижения есть не только в столице. Самое главное достижение, то, что не достижение, конечно, благородное дело то, в нашей работе, это, я считаю, обеспечение детей-сирот жильем. В прошлом году трое детей-сирот у нас получили квартиры. Кроме этого, еще четыре семьи за последние два года мы помогли тоже с обустройством. К органам местного самоуправления население обращается самыми насущными проблемами. Если их получается решать, значит, система работает. Но ей предстоит еще развиваться и совершенствоваться дальше. Ольга Пырочкина, Олеся Русакова, Сергей Рябчиков. Республика.